рубашка женская, поло, 100% хлопок в размере XL. Вау, белую юбку красиво вроде. Следующая льняная, женская, где-то размер XL, 2XL. Сильно глубокий вырез. Хочу взять примерку, посмотреть, как сойдет. Может, что-то с ней можно сделать. Тоже лен. Красивая рубашка. 38 размер. Франко Кали. Калибри. Рукав на защиту. Тоже возьму в примерку. Интересный брюк. Мисс Этон XL. Как на запах, внизу манжет темнее. Много было запросов по обуви с прошлого видео. И вот эти туфельки, смотрите, до сих пор стоят с 50% скидки. Они до сих пор стоят и стоят 56 гривен. Натуральная кожа. Очень красивые, девчонки, такой модный цвет. Эти туфли тоже кожа. Цвет аквамарин. И размер 37, малечки совсем. Сейчас мало кто носит обувь на каблуке, поэтому я понимаю, почему они стоят. Жара, хочется как можно больше расслабиться и носить легкую обувь без каблука. Кстати, на золотые босоножки и туфли стоит обратить сейчас внимание, они в ближайшее время просто войдут в тренд. И я померила все-таки вот эти кожаные туфельки. Это размер где-то 41, девчонки, на меня чуть велики. Там размер не указан был, поэтому для того, чтобы понять, я их примерила. Примеряю вот эти 39-й, натуральная замша, босоножки на резинке. Они на меня слегка велики. Все-таки выставлю их в магазин, так как у меня 39-й, а они где-то 39,5-40. Вот такие под золото, как Оксфорды. Внизу плетение из канатика жгута, на белом шнурке, 56 гривен, но это не кожа, девчонки. И когда их примеряешь, сейчас покажу, совсем неровно стоит поверхность подошвы, носик как задрат, вот он прям кверху поднят, и это хорошо видно сейчас в зеркале. На брюках нашла вот такие в полоску, 100% лен, французский бренд Кач, как-то так произношение у него. Белая микрополоска, очень красивая, и широкие к низу. И привлекло внимание множество зеленых брюк. Рассматриваю сейчас их не я, а женщина со стороны. Но я попросила, говорю, вы листайте, я просто поснимаю. Можно? Женщина с радостью согласилась, за что ей большая благодарность. Красивые брюки и новые. Вот в Humana сейчас очень много брюк красивых в зеленом оттенке. Почему-то я от них балдею. Потому что, может быть, не знаю, у меня есть одни только зеленые. Может, мне еще хочется, нужно еще купить. Вот эти зеленые, которые она сейчас взяла в руку, я их беру в примерку. И вот эти, которые держат правой рукой, тоже. Вот она вернулась к ним на шнуровке. Я их тоже беру в примерку. Но вы видите, что их очень много, и брюки все красивые. Идем в примерку. Вот эти брюки Кач. Они на меня маловаты. Это размер S, наверное. Ну, с моими широкими бедрами такие брюки вряд ли можно носить. Они под пояс. Красиво смотрятся с льняной рубашкой. Льняную рубашку не взяла. Вот эта рубашка, как я и предполагала, очень глубокий вырез. Его только там пристрачивать. Поэтому она тоже висит до сих пор в магазине. А фасон красивый. Очень мне понравилась эта рубашка. Это рубашка от Ralph Lauren. С зелеными брюками, которые прошиты желтой строчкой, вверху на резинке, они укорочены слегка и не по ножке, то есть не облипают, не обтягивают ногу. Неплохо сели, но в бедрах хотелось бы еще посвободновать им мне как-то брючок, а так хорошо смотрятся. И это брюки Men, вы видите,
указан размер М. Ну, оставила их в магазине, хотя совершенно классно сидят на женской фигуре. Что тут говорить, если оно так. Вот эти брючки зеленые из обзорчика. Они скини. И сейчас многие стилисты говорят о том, что скини не актуальны, не вздумайте их носить. Но я так не считаю. Они хорошо смотрятся с этой блузой в горох. У гороха есть половинка зеленого оттенка. Это льняной пиджак с вискозой. Я его беру. Нашла один единственный в этот завоз. А купила я домой, девчонки, две пары обуви. Это вот эти, которые натуральная замша сверху. И они уже меня ждали, наверное, 39 размер. Посмотрю еще, наверное, отправлю их в свой магазин. Вот такие на шнуровке кеды. Сейчас это очень актуальная модель. Жаль, что они не моего размера. Они 37 указан, но, скорее всего, это 34 детский какой-то размер, потому что они как раз на Викулю. Но Вика почему-то пока протестует и не хочет их носить. Следующее, что купила, вот такое платье хлопковое. В желтом оттенке. Желтый я люблю, вы знаете, это прям моя любовь-любовь. Ну что вы думаете, я его уже простернула, сейчас он во влажном состоянии, видно, что местами влажно, местами сухо. И нашла вот такой дефект, вот такую царапину, дырку, с которой надо что-то делать, пока не знаю что. Есть вариант у меня сюда купить круг живопустить. Прям широкое какое-то по всей окантовке платье, тогда нужно будет его поднимать, это кружево, и кверху. Но еще как вариант, обрезать его в этом месте. Вообще это платье на меня мало, узковато. Это скорее всего размер S-ка. И плохо, что здесь нет замка сбоку, не замка сзади. То есть через голову оно плохо натягивается. И как вариант еще я хочу, возможно это будет скорее всего, так как платье на меня мало, я перешью его на юбку. То есть вот здесь отрежу, с этой части тоже возьму часть пояса, что-то пущу какую-то ткань, и будет у меня такая желтая красивая юбка. И еще купила вот этот жакет, лен с вискозой. Видите, как он красиво сочетается с желтым, как украинский флаг. Ну, естественно, там уже кто-то, хозяйка его будет применять по-своему. Этот жакетик уезжает в Россию. Я его купила намеренно, специально одной девушке, которая меня давно просила от покупки льняного жакета. И наконец-то мы его нашли, он в новом состоянии. Тут есть даже бирка нетронутая и пуговицы. Вот они. Новая бирочка. Все чудесно, все шикарно. Жакетик будет радовать свою хозяйку, я уверена. Друзья мои, хочу к вам еще обратиться с такой просьбой. Я собираюсь с детьми поехать в Харьков в ближайшие выходные. Как только у меня получится на работе, мы хотим просто на 2-3 дня съездить в Харьков, отдохнуть, посмотреть город, показать детям город. Мы так частенько делаем. Но хочу еще у вас спросить. Я знаю, что многие из Харькова меня смотрят. Возможно, вы знаете, где в Харькове можно недорого остановиться, то есть снять жилье. Если будет желание, можем организовать нашу встречу совместную, фан-встречу. Кто живет в Харькове, встретиться, вы мне расскажете интересные места в Харькове, и где-то там встретимся и поговорим. И сзади меня уже виден кусочек моей интересной работы. Смотрите, в прошлом видео похвалилась, что приобрела вот такое зеркало. Огромное, 170 сантиметров на 70. И что хочу сказать, вместе с зеркалом пришла вот такая его упаковка. И я как рациональная хозяйка теперь думаю, мне ее очень жаль выбросить, что же мне с ней сделать. Предварительно это будет выглядеть вот так. Ну, конечно, цветы я сюда хочу заказать другие, в одинаковых горшках. И саму подставку покрасить белой краской. Я уже даже купила краску.